Тема фестиваля – национальности России, поэтому гостей праздника встречают девушки в народных костюмах, задорные частушки и традиционные угощения. Второй этаж Дворца культуры пестрит нарядами Кавказа, севера и юга страны. Педагоги и учащиеся групп раннего развития Лопатинской школы представили культуру казачества. Надо сказать, что станица, мы гостям всегда рады. Вот и семечки намолотили, и орешки собрали, и яички у нас курочки нанесли. Все готово, а теперь можно и повеселиться, с детьми поиграть. Ну и каравай, хлеб да соль, конечно, вам. Дошколята из детского сада «Лукоморье» решили погрузиться в традиции Дагестана. Родители и воспитатели приготовили для гостей национальные угощения, а ребята даже выучили для праздника кавказский танец. Рассказывают, рады, что наконец наступило лето. Я буду летом играть мяч и кататься на велике. Воспитанники и педагоги сада «Ивушка» вдохновились культурой Бурятии настолько, что даже выучили народные песни на этом непростом языке и возвели рядом со своим стендом мини-версию юрты. Это юрта. Буряты, как правило, кочевой народ, и они всю свою жизнь находились в степи. Им нужно было жилище, которое легко собирается и разбирается. Дошколята Ленинского городского округа представили на фестивале не только национальные стенды, но и творческие номера. В концерте в честь Дня защиты детей приняли участие ребята из 13 садов. Танцы и песни в рамках темы фестиваля «Народные». Дошколята Видновского художественно-технического лицея на сцене рассказали о традиционных русских узорах – гжели и хохломе, а после сплясали под звуки балалайки. Мне очень нравится. Было, конечно, страшно, непривычно, как мы первый раз на сцене, но было классно очень. Мне очень понравилось выступать на сцене, хоть я чуть-чуть побаивалась, но я выступила. Поздравила с праздником детства дошколята и их родителей начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева. Международный день защиты детей – это возможность напомнить нам, взрослым, как важно, чтобы каждый ребенок рос в любви, в гармонии, в заботе. И, конечно же, нам нужно совместно педагогам и родителям приложить максимум усилий, чтобы детство наших детей было счастливым. Всего в фестивале «Мир распахнутых сердец» приняли участие почти 200 дошкольников Ленинского городского округа. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».